Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и в последнее время на ютубе я заметил, что очень популярна тема притвориться кем-либо. А я вот подумал, что же будет, если я притворюсь нубом? Конечно, вы сейчас скажете, что я и так нуб, но нет, я не нуб, я нормальный игрок, наверное. Так что, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, потому что прямо сегодня я собрал пати моих подписчиков, пати моих соклановцев и говорю: пацаны, погнали поиграем. Но то, что было дальше, это просто полнейший трэш. Конечно, они сразу поняли, что я рофлю над ними, но это был такой лютый угар, вы даже не представляете. В общем, посмотрите данное видео до конца, ну а мы начинаем. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Промокод в описании. mystandoff.ru. Так подождите, у нас четверо или пятеро? Сколько нас? Вот я считаю. Пятеро, пятеро. Смотрите, раз, пятеро. Два, три. Четыре. Подожди, а где четвертый? Раз, пять. Два, три. Нас вообще трое. На ногу посмотри. А, еще сверху. Не-не, нас четверо. Я один. Ты второй. Ты третий. Ты четвертый. И все. Где пятый? 5 minutes later. Пацаны, у меня бомба. И все за мной, пацаны. Сейчас бомбу заплентим. Все за мной, давайте, мужики. Я, короче, знаю. Так, давайте плотить бомбу. Прикройте, сейчас буду плентить, пацаны. Окей? Прикройте. Там могут быть противники. Да не там плентить. Да плентится. Я видел, не, я видел тут плентит. Я видел видео в ютубе, новый секретный плент. Рофлишь, да вон там на Б надо идти. Не, сюда надо плентить. А уже стреляют! Стреляют, бежим! Пацаны, бежим! Все за мной! Обалдеть, какая-то задница! Отступаем, пацаны, отступаем! Пистолет. Да зачем пистолет? У меня бомба, пистолет, пацаны! Пистолет. Давайте, я еще бомба рванет, тупо всех разнесем тут нафиг! Пацаны, все за мной, бежим! Достань пистолет, сейчас тебя убьют! Пацаны, все, вы тут, вы где? Я же бомбу ставлю! Да, тут, я прибежал, на бомбу ставить? Ставлю! Обалдеть! Прикинь, я бомбу поставил! Молодцы! Так, пацаны, бежим! Все за мной, бежим, мужики. Меня убили. Пацаны, и все. Да ты убегаешь, сейчас. Да еще бомбу раздефузит, а, по мне хотят стрелять. Меня хотят убить. Пацаны, меня хотят убить. Нет. Да достань пистолет. Я выжил, нормально, выиграли. Мы выиграли, пацаны, выиграли. Нормально. Нет, мы проиграли. Да это вы проиграли, я выиграл. Главное, что я выжил, я на первом месте, посмотрите, в нашей команде. Так, мужики, еще поехали. Рофлишь, да я нормально играю. Не рофли. Да я не рофлю. Подождите, мужики, все за мной. Да не надо идти так туда. Пацаны, все за мной. Не иди туда. Да идемте, все сюда. Короче, я придумал план. Пацаны, все сюда. Это будет прикол. Все сюда. И все сидим. Давайте, сидим. Тупо им жопа. Мы тупо индейцы. Бом-бом-бом-бом-бом. Так, убивают, пацаны, тише. А, меня убили! Читер! Они пишут, вы поддаетесь. Ну как бы вам сказать, не то что мы поддаемся. Так, давайте, у нас опять кто-то вылетел. Вылетел, у нас пятеро, нас четверо все-таки, смотрите. Так, пацаны, все за мной, бежим. Быстрее. Давайте, нож в руки, чтобы быстрее бежать. Так, давайте. Да не, пацаны, все сюда. За мной. Не, все за мной, пацаны, место да план. Да, я сейчас запленчу, бомбу, запленчу. Проиграй, за мной, быстрее! Убивают! Убейте их! Сзади! Убей! Я бомбу сейчас запленчу, братан! Так, я уже на! Я уже бомбу пленчу! Я на А! Я пленчу бомбу! Да я уже на А! Ниже. Так я на А, быстрее, прикройте, я на А, я бомбу пленчу. Да куда? Да пацаны, я бомбу пленчу. Да нет, я и так уже снизу. Да мы сейчас проиграем. Да я вот снизу, пацаны, нормально пленчу бомбу. Да куда еще ниже, не пойму. Да там невозможно. Да там можно. Да сами вы нубы. Сюда? Да, куда иди? Так подождите, вы меня пытаетесь обмануть, вот же написано, видите, иконка. Так вы... пленчишь, ты тут не можешь. Так я пленчу. Ты пленчишь. А как пленчить? Подожди, а как пленчить бомбу? Убить надо. Пацаны, меня хотят убить. Меня убивают. Пистолет в руки, пистолет. Какой пистолет? Пистолет возьми. Меня убили. Все за мной, мужики, все за мной, Команда, все за мной, бежим. Давай, погнали. Пацаны, кто умеет бомбу пленчить? Ты бомбой бежишь. Ты умеешь. Я не умею. Пацаны, погнали, все за мной.
Сейчас просто пленчу бомбу отвечаю. Быстрее, бежим, мужики, не подведите. Так, а, стреляет, тише. Да оружие возьми. Быстрее, пацаны, прикройте меня. Как бомбу пленчить? Куда там кнопка? Я пленчу. Она... Да, дивзай. Она не пленчится, смотри. Она не пленчится. А-а-а! Нас убили. Так, все, ребятки, давайте, все, сейчас без рофла, погнали мочить противника. Все за мной, быстрее. Команда. Запомните, мы команда. Противник! Стреляй, мочим. Да блин, это наш, ребят. Ладно, мужики, погнали. Сейчас бомбу буду плентить. Плентить бомбу? Давай, плентить. Или не плентить? Или не плентить? Кнопку стрельбы. Пацаны, плентить бомбу или нет? Я пленчу. Так. Ой, она пропала. А, и оружие пропало. Да дайте бомбу мне. Так, плентим бомбу или нет? Не убили! Читер! Так, пацаны, дайте, как оружие покупают? Я забыл. Да нажми там, такой есть. Куда нажать? Корзина и доллар. Я нажал, мне вообще пистолет выкинулся. Пацаны, что это такое? Корзинку нажми. Да куда нажимать? А, оружие. Все, дайте оружие. Все, погнали, пацаны. Все за мной. Давайте. Я знаю тот план. Поехали. Фикс, два оружия поменяем. Фикс, меняем с оружием. Давай. Фикс, оружие дай. Да он выкинул оружие. Тебе оружие. Вот. Нет, вот. Бомбы делать. О, спасибо, у меня появилось оружие. Все, пацаны, погнали. Давайте, все куда за мной. Куда ты идешь? Я пленчу. Плент. А как ее взять, плент. Подождите. Уже, возьми бомбу. Да я не могу запленчить. Пацаны, там бандиты нападают, противники. Подождите, пленчу. Ой, я не успел. Как бомбу плентить? Да как ее достать, я не пойму. Я достаю, она не достает. Да я кнопкой стрельбы, вот, кнопкой стрельбы нажал. Оружие менять, кнопка есть. Ай, я слепой, ничего не вижу, меня слепили, пацаны. Не ровли. Да я не ровлю. Да достать тоже бомбу из-за пояса. У меня нету бомбы. Да есть она, протяни ты вверх. Выкинь все оружие, у тебя она появится. Выкидываю, у меня не появилось. Нож убери. Да возьми ты элементарно бомбу из-за пояса. А у меня нет бомбы, отвечаю. Месте. Я клянусь, нет бомбы, вот, я покажу потом вам. У тебя на мини-карте она видна, что... Так есть, бомба. А на самом деле ее нету, это обман, чтобы набрать лайки, смотрите. У меня нету. Да нету никакой бомбы. Да возьми ты уже бомбу и запомни. Дайте мне оружие хотя бы. Оружие дайте. О, спасибо. Так, пацаны, я понял, как планить бомбу. Все, бомба у меня в руках. Погнали, все за мной. Команда. Давай. Сейчас выиграем. Отвечаю. Сейчас выиграем, пацаны. Вы готовы? Так. Пленчу бомбу. Тише, я пленчу. Слышите? Пленчу. Она чуть не пленчится. Ты ее не пленчишь. Нажми. Меня убили за спины. Фикс, ты же обещал меня спасти! Фикс, давай оружием поменяемся. Фикс, давай оружием поменяемся. Давай. Опа. Спасибо. А ты мне свое. А мне. Ну у меня нет оружия. Пацаны, кто меня слепил? Алло! Что происходит? А где все? Че противника не вижу? Ох, я убил, прикиньте! Мой первый килл. Ай, там второй! Там их два засранца! Два засранца мы убили! Отомсти за меня, Васянчик. Сейчас я отомщу. Пацаны, может ли в нем что-то скучно стало, не? Да не, тебя, банда. Скучно, давай. Че, я леваю, нам... пацаны, я леваю, окей? Нам банда не ливайте! Не надо ливать. Мы камбэкать начали, не ливай. А что такое камбэкать? Камбэк это значит, что мы выигрывать их. Камбэк это подожди, название приправы какой-то, да? Да нет, мы выигрывать начинаем. Давайте, я обратно А держу. Давайте, мужики, я на. Да куда ты вниз? Я забыл. Погнали. О, мы выиграли. Бомба, пацаны, как бомбу подобрать? Алло. Нельзя ее подобрать. Не можно подбирать, можем только диффузить ее. Окей, Васянчик, два оружия поменяемся. Давай. Ты мне свое? Давай, скидывай, Васянчик. Скидывай. Опа, спасибо. Займку. А чё дверь закрыта? Как дверь открыть? Слышишь? Алло. Там никак не открывается. Не, как дверь открыть? Слышишь? Вот это, новый скилл. Да и она никак не открывается. Как дверь открыть? Закрыть. Такая игра, там дверь. Не, тут пароль надо ввести. Пароль. Нельзя там пароль. Сейчас мы их выиграем. Только Кент, не хватит им поддаваться. Я же знаю, что ты можешь. Да я не могу, я играю на всё. Максим Плей, давай оружием поменяемся. Давай. Давай. На. Вася, дай мне. Опа, спасибо. А мне?
Ха-ха! Рука в говне! Постой, я сейчас бамбу подберу, бамбу подбираю! Где? Вот, вот, бомба, 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 я подбираю, подбираю, подбираю бомбу. Оно не подбирается. Нельзя подбирать, ну ты, Галина. А-а-а! Да дайте вот бомба, я подбираю. Сколько раз объясняю, что ее нельзя подбирать. Да можно подбирать, мы же буквально 5 минут назад подбирали, помнишь, что бегал с бомбой? Так это террористы можно было. Так а мы их кто? Мы террористы. Мы спецназ. Слышите, пацаны, а сколько 150 плюс 150? 300. Отсюда террориста. О, пацаны, обратно бомбу подобрал, как раз возле пунта. Я, пацаны, я бомбу подобрал. Да ее нельзя подобрать, мы уже сколько раз тебе говорили. Да можно подобрать, я же тут плентил бомбу, помните, вот тут прям. Так это за террорист, хорош и тупить. Алло, какие террористы? Мне дали задание по высшей математике, можете помочь. Давай. Сколько будет 301 минус 1? 300. Не знаю. Отсюда террориста. Ну что, пацаны, а вот сейчас будет самое интересное. Я все это время на два мирофлил. И прямо сейчас последний, решающий раунд. Я играю на всю силу. Ну че, пацаны? Пацаны, как вам рофл от кента? Нормально зарофлил, да? Да, мы сразу поняли. Сразу поняли? Фига себе умные. Пацаны, а это называется троллинг от кента? Притворился нубом? Вот так вот, вот так вот бывает. Вы как сливаете, вы рофлите? Алло, вы что, тоже нубы? Тише. Идет тебе, убил. Все, пацаны, easy win. Ну а честно, вы пересрали? Подумали, что сольем ММ, ранги вам и так далее? Да, я не хотел быть сильным. Народ, а вы, честно говоря, пересрали, когда я решил вас таким образом пранкануть? Да, мы были в пранке. Да, подумаешь, ранги бы сильнее, ничего страшного. Главное снять крутой контент для подписчиков. Ну что ж, дорогие друзья, так вот вышло видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент, а пока, всем удачи, всем пока!